За прошедшие сутки на дорогах Ямала произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб. Авария со смертельным исходом произошла неподалеку от Губкинского на участке автодороги Сургут-Салехард в районе лыжной базы «Снежинка». 13 марта 2017 года около 18 часов 40 минут на 450-м километре автодороги Сургут-Салехард произошло столкновение автомобилей ГАЗ и Скания. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель одного автомобиля скончался на месте от полученных травм. Как сообщается на официальном сайте госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля с полуприцепом не учел скорость движения транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и, совершив торможение, допустил занос полуприцепа с выездом его на полосу встречного движения. В результате полуприцеп совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель которого от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Инспекторы ГИБДД обращаются к водителям с просьбой быть внимательны на дорогах, неукоснительно соблюдать правила и учитывать погодные условия.